Всем доброе утро. Время 6 утра. Выдвигаемся за 370 километров. За двиглом. Помогает нам Антоха, который гонял на нашем Лексусе в Сочи. Такси в Курган заказывали. Помчим вот на такой пушке. У вас патриот. Ну что, у нас безопасность на высоте. Саня. Короче, Саня везде, походу, попадает. Саня здесь держит удлинитель, проводочек. Здесь братуха пилит. Там у нас газовый баллон лежит. Ну, короче, все в лучших традициях. Двигло почти забрали. Идем по приборам на Ну все, я на самолет. Пацанчики сейчас мотор довезут. Вовчик, Саня, встречайте. Мчим в аэропорт. Сегодня у нас в Дилимобиле Volkswagen Polo на обзорчике. Но я вам скажу, едет он пободрее, конечно, чем Соляра. Ну и в целом поприятнее сидеть. Но в целом тачан сам по себе уставший. Сейчас краткую диагностику, которую я так набегом написал, сейчас дальше скину в поржочке. Что, какие ваши ставки? Кукурузник будет или нет? Валя, братец, ты шаришь, где заказывают билеты. Оп. Оп. Кто говорил, что на кукурузе ставочка не сыграла? Алло, Ребзя, мы прилетели. Вы мне скажите, а этап точно будет? Ну, как бы, дождь идет? Или у нас летний этап будет в эти выходные? Благодаря общему такому старанию всех мы